Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. На странице Максима Галкина появился архивный ролик, снятый самим шоуменом в августе 2017 года, на котором его трехлетняя дочка Лиза продефилировала по пляжу в Юрмале. В этом месяце Лизе и ее двойняшке брату Гарри исполнится по 8 лет. 1 сентября ребята пошли во второй класс. Отметим, Лиза Галкина довольно часто радует родителей своими актерскими талантами. Девочка уверенно держится на публике и не стесняется объектива камеры. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение,